do it. Oh, hold on.
Tiden. Det var så vidt. Понял.
магнитное оружие, пробивание. Электромагнитное оружие позволяет накапливать энергию для усиленных выстрелов, которые пробивают незначительные преграды. Очень новый предмет. Бинокль дали. Отмечено как угроза. Обезвредить преступников. Подготовка боевых устройств. Чтобы быстро применить гранату в бою, поместите ее в ячейку для боевых устройств. Снаряжение. Горы трупов. Это они говорят, что
совсем не опасное дело. Совсем не опасное дело, вот. Уровень средней опасности. А вот это у нас уровень средней опасности. Да. По мелкой опасности у вас есть уровень тут? Ну ладно. Вот такая интересная игрушка. Прелесть просто. Прелесть, что такое? Бросить Е. Бумс. Ну что, он охренел, что ли? Живой? Мужик, ты живой? Что? Ага. А если присесть? По-моему, я бью мимо. Может, он прокачается. Прокачает, может быть. Так, быстро. Зажать, зафиксировать. Может, мы прокачаем бой без оружия. Ну что? Может быть, он... Это, как его? Может быть, он живой. А может, нет. Ну.
сейчас он тоже очнется. И тот, который вообще без рук, без ног остался. Пойдет весело так. Ля-ля-ля. Оп. Ну чего? Сейчас поднимется. Ну чем я в шортах? Вроде бы не поднялся. И этот... Исчез? Нет. Не исчез. Бум. У нас что? Конфетка. Сядь. Не туда. Здесь можно убирать в холодильнике. Какой-то игре было. В ящики убирали трупы. Чтоб не вихать, не привлекать внимание общественности. Бум. Так. Не то, чтобы это было очень весело разносить. Любил так относить трупики, складывать их в ящички. Такая была прелесть. Игрушка какая-то. Замечательная. Бум. Тот дяденька не стал. Большой дяденька.
na nožky. Kto? Kto bude chcieť nemať nožky? Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.